Дизельное топливо, авиационное, судовое, автомобильные бензины. И это не полный перечень высококлассной продукции Ачинского НПЗ. Качество моторных топлив самое высокое, стандарта Евро-5. Неоднократные победы на конкурсе 100 лучших товаров России. Продукцию НПЗ реализуют в различных регионах страны. Вот уже 35 лет Ачинский НПЗ не отдает лидирующие позиции в промышленной нефтяной отрасли. Ачинский нефтеперерабатывающий завод – это динамично развивающееся предприятие. За период 2016-2017 года мы значительно увеличили отбор светлых нефтепродуктов, глубину переработки, выпуск высокомаржинальной продукции. На Ачинском нефтеперерабатывающем заводе получены первые промышленные нефтепродукты. А все началось в 1972-м. Свыше 5000 человек съехались на комсомольскую стройку. Она длилась 10 лет. И, наконец, 12 декабря 1982 года получен первый нефтепродукт – прямогонный бензин, а затем дизельное топливо и мазут. Владимир Марудов тогда был одним из тех, кто пришел трудиться на НПЗ. С его участием оборудование настраивали на бесперебойную работу, были получены первые тонны бензина и дизельного топлива. С заводом связана вся жизнь. Здесь он встретил будущую жену, здесь стал профессионалом своего дела. Приезжали для напуска, это люди, которые были уже с опытом с других городов. Вот эти вот вызывники, которые приезжали, они были наставниками у нас. Проходило обучение на месте. Тогда не было еще этого у нас техникума или училища. Учились на месте здесь. Сейчас Владимир – оператор технологических установок. За работой оборудования следит из централизованной операторной в режиме онлайн. Достаточно одного клика мышкой, чтобы скорректировать технологический процесс. К слову, Ачинский НПЗ является одним из самых технически современных предприятий края. Модернизация коснулась каждого подразделения. В этом году у нас было получено около 30 единиц оборудования современного. Ну и, конечно, современное оборудование, оно более автоматизированное, то есть как можно меньше там физического труда используется лаборантов. Сейчас на Ачинском НПЗ трудится свыше 2000 человек. Среди них немало тех, кто посвятил всю свою жизнь работе здесь, на чьих глазах завод развивался и совершенствовался. Ачинский нефтеперерабатывающий завод во многом уникален. Но об этом мы расскажем уже в следующих материалах. Александра Арипьева, Дмитрий Шевцов. Новости.